Введенные против России санкции вынуждают нашу страну искать новые пути поднятия экономики. Аналитики и эксперты заговорили о необходимости разработки государственной программы по импортозамещению. Она должна придать дополнительный импульс развитию реального сектора экономики. В Чувашии уже сегодня открываются новые производства. В Чебоксарах перерезали красную ленточку перед входом первого официального сервисного центра по обслуживанию автомобильных турбокомпрессоров. Внимание здесь будет уделяться транспорту с двигателями внутреннего сгорания как отечественного, так и импортного производства. Сам завод находится на Украине, а вот центр решили открыть у нас. Впоследствии руководство предприятия планирует преобразовать центр в полноценное производство турбокомпрессоров и автокомпонентов закрытого цикла. В России подобных нет. А это значит, что возникает потребность в новых кадрах. Для нас что особенно важно, что сегодня компетенции, технические компетенции в этой сфере, они в Советском Союзе, они в России уже, они были потеряны. То есть поскольку не было производства, соответственно, потеряны были компетенции. Приход сюда этой компании означает то, что у нас еще попутно заживет новая специализация в институте, в университете нашем классическом, в техникуме, в колледже. С открытием такого производства республика, да и страна в целом, больше не будет нуждаться в импортных компрессорах. Их заменит российский аналог. Сегодня 7 крупных предприятий электротехнического кластера республики участвуют в проектах по импортозамещению и осваивают новые технологии, чтобы обеспечить независимость российской экономики. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.